Вот, тут пулемет стоит. Ай, господи. Ай, ты меня попал. Стреляю. Беги, 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 я его сагрил на себя. А ну, давай, 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 давай. Подъем! Какой подъем? Я не сплю. А, окей. Я просто привык, что ты постоянно спишь. Ну ладно, не суть. Раз уж ты проснулся, то давай действовать, собственно. Погоди, книга и перо. Удачно вам застрелиться. А, это ты в прошлой серии нашел тот пистолет, типа, с одним патроном? Да. И книжку. Только он до сих пор при мне, вот он. Положи его обратно. Короче, окей. Это продолжение выжить в зомби-апокалипсисе. И сегодня, собственно, мы в этом лагере. Не знаю, как мы его назовем, но это прикольный лагерь. Лагерь военных. Очень прикольное название. Очень оригинальное и очень интересное. Дерьмо. Это никакой не лагерь военных. Это просто лагерь. Тупо выжившие просто собрались, скооперировались и тут живут. Как так, бы. Ну не знаю. Давай Ой-ой-ой. Смотри, что? Тут дырка в заборе. Ну ладно. Кто его тут сломал? Давай. Мы сломали. Так, давай поговорим, не знаю, с нашими окружающими. Да, с поваром. О, привет, босс хочет тебя видеть. Босс хочет тебя видеть. Тебя? Давай тогда с этим поговорим. Шалом, брат. Командир хочет вас видеть, советую к нему подняться. Ну, шалом, шалом. Ну что, пошли? Окей, погнали. Так, шалом, шалом. Кто он вообще, не знаю? Неважно, понимаешь, в зомби-апокалипсисе нет национальности, и тут все выживают поровну. Командер Шепард. Давай его будем Шепардом звать. Ну, почему бы нет? Давай, короче, все, давай с ним говорить. Шепард. Так. Доброе утро, бойцы. Для вас есть одно очень важное дело. Это насчет нашего лагеря и его расширения. Ну, так, а с этого момента поподробней. Да. Так. Очень важное. Тут слева от нас есть небольшой аванпост. Сегодня утром группа людей из нашего лагеря пошли лутать и набрели на этот аванпост. Мы давно о нем знаем, но так как там жили одни очень нехорошие люди, мы не решались пробраться туда. Так вот, на том аванпосте живет огромный ходячий. Я сам не поверил, пока они не показали снимки. Что огромный ходячий и что нам нужно сделать? Что он за окном ходит? Так, конечно, очень эгоистично сидеть и командовать тут всеми. Блин, ты командир, чувак. Согласен. Так вот, нужно его убить. Конечно. Там, квест. Приди, поди, принеси, поди, убей. Да? Ну ладно. Не суть важно. Так вот, вам нужно его убить. Я думаю, там отличное место для обороны. Кстати, возможно. А на этот лагерь скоро нападут. А там шансы выжить очень велики. Так что, мы беремся. Да? Конечно, я так, всегда готов. Отлично, тогда за дело. Как выходите через главный вход, то идите налево и до конца. Кстати, дали это задание, типа, нужно было меньше кушать. Мы и так ничего не едим. Это, наверное, про зомби, типа, потому что он большой. Не знаю. Понял, тогда за дело. Как выходите через главный вход, то идите налево и до конца. Наши люди сказали, что там есть два пулемета и какой-то ящик на крыше. Говорят, пытались по нему стрелять, но ничего не вышло. Думаю, с помощью пулеметов вы сможете его одолеть. Как только убьете его, сразу идите сюда. Будем складывать манатки и переезжать. Отлично. Так, Эмираль, ты где? Я тут. Собственно, давай на квест поглянем. Вот. Нужно было меньше кушать. Гигантский зомби, нужно убить. Судя по всему, это типичный так, просто представитель вот. Макдонаков. Пробраться на ванпост и убить огромного ходячего. Ну, давай попробуем. Собственно, как он сказал, пошли на выход тогда? Да, слушай, Слушай, у меня тут немножко проблема с патронами, как ты думаешь? Так как он сказал, типа, там стоит пулемет, и мы не сможем одолеть его с помощью оружия, то они не очень нужны. Окей, тогда ладно. Пошли. Так, если хотите пройти, то просто откроем. Ну да, окей. А куда нам идти-то, собственно? Он сказал, открой. Выходите и сразу налево, Так, ну-ка я его зарежу, пожалуй. Так. Да, не будем патроны тратить на обычного зомби, пожалуй. Да. Так, собственно, он сказал до конца вот сюда. Ну что думаешь? До конца. Вот. О,
Давай этот дом залутаем пока что по дорожке. Окей. Ну, это просто святое. Не залутать дом, это, конечно, нельзя сделать. Чего-то ничего нет. Какой-то обычный бомжатский дом. О, светильник. Странно, оно работает. Ну ладно, пофиг, пошли. Так, пошли, пошли, пошли тогда за мной. Может, скорую помощь залутаем? А если ее можно залутать? А тут ничего нету. А, ее разграбили. Ладно, пошли. Ее не то, что разграбили, ее разнесло. Ты посмотри, тут пол задней части нету. Ну, неважно, пошли, короче. Он сказал до конца, но пока я ничего не вижу. Только дорог... Ой. Ваншот. Окей. Так, у тебя есть с собой аптечки? Аптечки? Да, я же медик. У меня есть аптечка и медицинские принадлежности, и суп. Ну, это нам точно поможет. Так вот, да. Собственно, нам... стенки вижу какие-то, видишь? Да. О, видимо, это тот аванпост, о котором нам говорили. О, смотри, там зомби. Что-то большого зомби пока и не... Ой! Да. О, слушай, там какие-то странные зомби, они... Смотри. Нифига себе. Что? Смотри, что там. Господи. Так, это ж сколько жрать надо было. Пошли. Не обращай внимания на зомби. Твою давай мать! Перевозить. Ты где? Ай, твою... Черт! Пошли. А его пули-то хоть берут? Нет, он сами сказали, не берут. Ты где? Видимо, жировая прослойка большая. Господи, ай, черт, он на меня сагрился. Нет, спасите, я убегаю. Ты где? Я тут бегу. Ну-ка, бегу, погоди. Бегу. Вот, тут пулемет стоит. Где? Там еще одно пулеметное гнездо. Ты где? Я тут, между этих бараков бегаю. Каких бараков? А, вот, все, я тебя вижу. Вот смотри, иди сюда. Вот тут залезай на вот тот дом, куда я бью. Нет, не этот. А пофиг. Вот это, там пулемет стоит. Сейчас я вот леку. Ой! Ай, господи! Ай! Ты меня попал! Ай! Он меня бьет! Давай! Залезай! Сразу. Как он тебя бить-то может? Ты находишься черт знает где. Я на крыше, у него руки длинные. Вот, за пулемет садись, отстреливаю. А как? Как? Стреляй! Эмираль, ну что там? Черт, пулемет не работает, господи. Ну, погоди, ну-ка дай я по нему постреляю. Давай ты со своего уж стрелять, я попробую. Что? Давай. Сейчас. Походу мой дробовик его пробивает. Да? Отлично. Да. Ну, незначительно, но пробивает. Смотри, видишь, у него... Хотя бы, знаешь, чуть-чуть. Ладно, это давай, и лучше хорошо. Можешь его на себя отвлечь, я тогда за пулемет этот сяду. Да, только он что-то на меня не агрится. Черт, видимо, Искодина толстая. Видимо, сагрился. Отлично, бегу к пулемету. Давай, агри его еще. У меня патроны закончились, черт, пистолет придется. Стреляй. Смотри, какой у него хелс будет. Стреляй. Че, как там у тебя? Что, черт, я пытаюсь. Почти завалили. Вообще неубиваемый. Черт, патроны кончились. Так, он что-то говорил про ящик сверху. Смотри, давай туда попробую залезть. О, у меня есть патроны. Да, давай, стреляй. Агри его, быстрей. У меня не рабочий пулемет, давай тебе лучше отдам патроны. Ай! Не-не-не, беги туда. Черт. Так, они что-то говорили. Нейзи, стой. Не, уходи, говорю. О, тут ящик какой-то, ну-ка. О, РПГ-7! Вот тебе. Погоди ты, РПГ-7, ну-ка, где он? Где? Вот он. На, пощам. Ему вообще пофиг на этом. Ему не пофиг, смотри на ХП, видишь полоска ХП? А ну, давай. Нифига себе. О, у меня где-то гранат есть, у тебя есть? Так, нет, у меня нету, черт, я так мало запасся на этот случай. Черт, она отрикошетила. Так, что делать будем? Что у тебя есть вообще из патронов? Пулеметные патроны. Так, давай сюда. О, Бровинг, отлично. Дай мне какое-нибудь оружие, потому что я полностью голый. А! Твою мать! Черт! Я живой еще! Твою! Агри его на себя! А! Господи! Уходи! Он меня, фиг знает, куда занес! Господи! Ай! Твою! Теперь он меня бьет! Фига он отталкивает! У меня пол ХП, господи! Беги, я его сагрил на себя! Твою мать! Фыв, помоги нам! Залезай куда-нибудь! Так. Я его отагрил, да? Чувак, его оружие ближнего
действие не бьет. Видишь, у него хп вообще не снимается. Так, чуть-чуть, погоди, но снимается. Сейчас я заряжу пулемет. Давай. Выведи его, выведи его. Я его буду агрить. Давай, выведи, давай. Сюда, сюда, да, да, давай, агри его. Выходи, скотина толстая. Дело. Ай, вот он здесь. Ай-яй-яй, ну ты в меня-то не стреляй. Я по тебе не стреляю. Выводи, выводи его сюда. О, давай, фига, выходи, выходи, здоровый, молодец. Смотри, фига он харю отожрался. Ну все, автоматисты, бейба. Черт, не-не-не, не туда гони, туда пулемет не разворачивается. Ай-яй-яй. Хрена он здоровый, ёп. Господи. Ёперный театр. Черт. Давай, давай. Фига. О, господи. Беги, беги, беги. Меня так пинает, как футбольный мячик, господи. Так и есть. А на улицу его выводи, прям под пулеметное гнездо. Фига, чувак, вот это экшон. Давай сюда, так, сюда. Так, пацан, еще никто не давал. Давай, 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 ща, 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 расстреляй. Давай, 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 попади в него. Ща. Ура, давай, давай, давай. О, молодец, все, он труп. Фу. Есть. Нужно было меньше кушать, задание завершено. Да. Фу, умирает, это жесть. О, да, это боже. На, аптечку держи. А, у тебя есть или? У меня есть, у меня есть. Чувак, ну вроде очистили. О, господи, сколько это было сил. Оперный театр. Ну-ка, погоди, давай посмотрим, что тут вообще есть. Так, смотри. Думаю, сюда можно заселить всех наших, да? В принципе. О, да, кстати, классная казарма довольно-таки получится. Ну, вроде тут простор. Можно смотровую площадку какую-нибудь устроить. Ну, это с этим... знаешь... обговорить надо. На самом деле тут, если все почистить, и... то, в принципе, можно будет довольно-таки жить неплохо. Чувак, а представь... тут холодно, черт, тут надо утеплители поставить где-нибудь. Представь вот таких вот дохрена вот по карте, да, ну, зомби таких здоровых. Если мы этого хрен вальнули... Я не думаю, что их слишком много, потому ну, что... Да. Нет, принципе... твой дробовик дамажил ему, да? Хоть сколько-то. Мой дробовик, ну ему, ну там чуть-чуть, но дамажил. А, ну ладно. Ну, короче, пошли тогда и скажем. Вот так, командиру. Для отвлечения нормально, а, нормально. Ну не, ну ты хорошо его отвлек, там бегал от него по карте. Так, фу-фу, его оставим. Слушай, смотри, тут хорошая система, типа, можно машину загнать. А я придумал! А если танк против такого? А тут же ж танк может целый загонять реально. Не, я говорю против такого, если танком по нему бабахнуть, по этому зомби. Танком по зомби? Ну, ну по вот этому думаю, здоровому, в смысле. Ну, это, в принципе, как от РПГ будет, в принципе. Ну, не думаю. Ну, у РПГ там же меньше этот. Ну, смотри, танк, он заряжается, по сути, боезарядом. А боезаряд мощнее, чем РПГ. Это как 4 РПГ одновременно. О, кстати, я РПГ взял с собой. Тебе не тяжело его случайно держать? Ё-моё, бля, я читал, короче, на каком-то сайте, типа, Стив из Майнкрафта может носить, типа, дохрена блоков, этого, золота, да? Ну вот, и, типа, он дохрена может всё носить, то есть это около несколько тонн, вот. Так, ну пошли скажем тогда да. Командеру нашему. Так, только... Современные качки ему завидуют, наверное. Хотя он сам квадратный, блин, как Джон Сина. Ну, он сам ходячий, не знаю, кубик. Да. Мышц. Кубик мышц. Так, давай пройдем через этот. Да. Через термоконтроль. Давай вот этого Федор. Ты где? Ты как пролез? Тут. Я просто. Я Бэтмен. Дверьми не пользуешься? Я призрак. Так, окей, давай тогда подойдем к командеру нашему. Давай. И завершим квест. Привет! Так, да ладно, вы его убили? Это достойно похвалы, я повышаю вас. Мы переезжаем. Так, что он дал нам? Так, сигнальная ракета, сигнальный пистолет, глушитель. Тебе нужен глушитель? Глушитель? Да конечно, конечно. Ну да. Так, аптечку дал? Зачем нам сигнальный пистолет? Так, положу-ка к нему РПГ. Так, я его сразу и прокачаю. А на какую пушку? На ЮСП. ЮСП? Да, я true killer. Я сзади. Ты где? Так, ну, раз командир нам говорит, типа, мы скоро переезжать будем, то, думаю, надо тогда пока что... Собрать вещи нужно, вот что надо. О, граната РГД моя. Мой ГОК. О, вот твои... А, не-не-не. Вот твои патроны, а, да, вот видишь? Мои патрончики. Ты их не забрал, дебильный. А что это за еда тут?
Не знаю. Вот это вот, видишь, я положил. Чуть за еда. Не знаю. Ну, раз ты положил, то твоя еда. Моя? Окей. Не знаю. Хорошая логика. Так. О, лол. Так, сырая говядина. Нет, это не надо мне. Медицинские. Я, короче, поставил на этот, на сигнальный пистолет прицел, смотри. А, скажи. О, стоп, вот красная розочка, я могу его перекрасить. А, это маг. Смотри, а я на свой пистолет глушитель поставил. Смотри, смотри. Вот это можешь покрасить? Нет, нельзя. Тогда сделаем вот так. Ать. Во, смотри, теперь он будет такой гламурненький. Ммм. Так, ну он думаю, пока красный. Что не буду его использовать, потому что... Чего? Он просто нам нужен будет для того, чтобы в крайнем случае обороняться, но на самом деле для сигнала. Ну сигнал, да, вызывать там вертолет какой-нибудь или типа того. Да, или, не знаю, по самолетам стрелять. Лол. Я, кстати, в одном фильме видел, типа там сигнальный ракетница самолет сбили. Ну так вот, короче, такие дела у нас, собственно... Да, в принципе. Вот на этом серия подходит к концу. Моя, собственно, следующая серия у Эмеральда будет. Да, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте комментарии, лайки. Следующая серия у меня, как вы уже слышали от Нейзи. Всем пока. Пока-пока. И да, напишите в комментарии по поводу этого зомби. Типа, как вы думаете, сколько таких вообще живет в мире этом? Я думаю, где-то 5 штучек. Вот. А ваши догадки? Пока. Пока.